Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, что надо сказать? Привет! На каком вы канале? Да, сегодня мы снимаем очередное развивающее видео. У нас будет игра на воображение и сообразительность. Будем угадывать, в какой руке у нас спрятан приз. Денечка, начнем попроще. Значит, дорогие друзья, дело в том, что можно по объему руки, по изменению объема руки догадываться, в какой руке спрятан приз. Чем больше объем, тем лучше видно. Мы сначала возьмем что-нибудь большое, а потом попробуем поиграть с маленьким. А там уже будет игра на внимательность. Денечка, давай я спрячу что-нибудь такое, что прям будет сначала даже торчать. Давай машинку. Вот смотри, у нас есть машинка. Какая машинка? ДПС. Вот ее даже видно, смотри. Я прячу в одну из ручек. Угадай, в какой руке машинка? В этом. Вот в этой, правильно. Но это было совсем просто, потому что ее в руке было видно. Давай возьмем, попробуй посложнее. Ну, упал, ничего страшного. Дэн, смотри, у меня в ручке что? Ну, на, подними машинку ДПС. Садись обратно. Садись. Садись в машину. Вау! Все, ладно. Так, что у меня в ручке? 8. Смотри, я сейчас тоже спрячу в кулачок. Да, лучше, папа. В какой руке, угадай? А вот ты не угадал, смотри внимательно, видишь? У нас объем ручки немножко поменял. В этой руке. Давай третий раз попробуем, чтобы без обмена. Сейчас тебе дам 8. Смотри, я прячу. В какой руке? Ну-ка, открывай. Вот он, 8. Теперь давай совсем сложное. Так, какая это у нас буква? В. Она, видишь, маленькая, и в объем руки, на объем руки она никак не повлияет. Давай сейчас букву В спрячу, а ты внимательно смотри. В какой ручке? В. Вот, а это уже на внимание. Денечка, тебе понравилась игра? Понравилась. Друзья, как вы видите, мы сегодня играли достаточно простую игру на воображение, сообразительность и внимательность. Мы с вами потренировали циферки заодно и буковки. По объему ручки смогли поопределять более большие предметы, где спрятаны. А дальше по вниманию уже предметики поменьше поискали. Да. Ну а с вами был канал Baby Go. Мы придумали для вас очередной развивающий ролик. Ну а сейчас ненадолго прощаемся. Ставьте на пальцы вверх. Денечка, как пальцы вверх? Как пальчики вверх? Подписывайтесь на канал, оставляйте свои полезные комментарии. До новых встреч, друзья! Пока-пока! И поцелуй, конечно!